Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. ВКонтакте. Петушок поет, да? Спряталась. Смотри, цыплятки кушают, да? Ты им яблочко дала? Пойдем, смотри. Пойдем. Сейчас фото свои возьму. Ну не бойся, ты что? Тут зайчики. Зайчика хочешь погладить? Зайчиком пойдешь? Оставим морковку и можно. Стой, доча, сядь. Ой, петушок поет, да? Пойдем к зайчикам зайдем. Держи стаканчик. Ой, тут свинки морские еще. Заходи. Ой-ой-ой, сколько тут много-то. Заходи. Заходи, доча, не бойся. А где он поет? А вон он поет. Давай погладим его. Они вон их кушают сколько. Морковку. Морковку кушают, ну, давай. Петушок бы не клюнул тут. Доча, ты подойди к кроликам-то, дай им. Подойди. Вот, Нати. Вот они какие. Погладить хочешь кроликов? Они мягенькие такие. Погладить хочешь? Я вот не могу. Вон, Доча, вон сидит еще, пойдем. Вон петух бегает, да? А что петухи едят? Что петухи едят? О, ну-ка, яблочко будет, смотри-ка. Яблочко. Хочешь яблочко? Яблочко не хочет. А огурчик хочешь? О, огурчик хочет. Я попробую, что вот... Ай, какой наглый! Все, все, прокинул. Ой. Морковку будешь? Ой, он наглый какой, все рассыпал, собирает тут. Ну-ка, зверушек много еще, да? Вот три. Свинка там морковку ест, зайчик что-то еще ест. Я хочу морковку дать зайчику. Вон петушок пошел кушать. Зайчиком давай. На морковку давай, они тут кушают. Свинка морская кушает, да? Си-си. Прикольная, да? Может, огурчик зайчик хочет? Огурчик хочешь? Он и огурчик кушает. Ой! Ух, петушок какой. Что, они тут пьют водичку, да? Да. Смотри, а там кто сидит у нас? Ястреб или сокол какой-то, да? О, ой, петух, петух, петух. Зайчиков. Так они еще пойдем дальше, там же еще козочки будут. Пойдем. Выходи, вон они сидят тут все. Рассыпали на стаканы и едят, да? Вон они бегают. Попугай сидит. Смотри, кто тут. Ну подходи, не бойся. Не бойся, Ваня. Погладь. Не бойся, это Ляля. Ваня, ты не пирома. Они что едят? Все едят. Все едят. Доча... А он не укусит? Нет. Доча, на. Нет, они берутся. Дай. Губка лечит. Не бойся. Ну, видишь, фам-фам-фам. А тот кушает? Ну, тот, я говорю, это вяло. Вон, доча, там еще зайчик. О, дикобраз там. Да, вон да. Это оголодало. Доча, ну погладь не козочку. Бойся. Смотри, гули белые. Вот, доча, выше. Видишь? Да. Голубочков. Смотри, тут кто сидит. О, он живой? О, глаз да, открыл. Он живой. Живой. А он... Он злой? Какой страшный, да? Крокодил. Это крокодил, доча. Смотри. Белые будут, да? Пошли вон дикобраза посмотрим. А что она ест? Все ест. Далилю, далю, дайку, дау.
А она не кусается? Нет, дочь, иди скорее, смотри, подходит. Можно заходить. А, да? Да, можно зайти. Пойдем. Иди туда. А что вот это ест? Существо? А это мясо ест. О, ну, извини, мясо не дали. Мама, смотри. Его тогда погладить можно. Смотри. Ага, погладь дочь филина. Заходи сюда. Заходи, заходи. Да не бойся. Я пошла. Она спокойная девчонка, тетя боится. По головке ее можно гладить. А эти чужие животные? Эти тоже сидят. Ой, какая только классная. Она у них забирает. Прикольные какие. На, что ты ешь-то? Они тут наглые такие, прям в стакан лезут. А ты что сидишь, на? Угощаю. Не бойся, она не кусает. Ой, усатая какая, да, доча? Вон сзади тебя кролик. Покорми зайку. А то... Он ест еще маму. Да, ну смотри, какая красавица. Ой, какая красавица. Никогда, да, доча, мы с тобой еще не видели дикобраза. Я пойду зайчику на молоко. Мамочка, я им дала молоко. Молодец. Мамочка. Че, моя? Смотри, кто еще там есть. Енот, ну, сейчас у меня доча. На картинке есть телефон, енот, да? Мамочка, у меня на картинке есть енот. Есть енот, ну. Держи, пойдем. Дикобраза погладила? Пойдем, я еще... Хватит. Еще в телефон второй возьму в сумке. Оп, выходи. Оп, оп, сейчас я. В сумке телефон хочу возьму. Енот, сейчас ты. О, а это кто это вообще?